золотистой нежной цукини. Я расскажу, как я готовлю икру. Почищу от шкурки, середину с зернышками тоже удаляю, порежу и пересолю. На 2 килограмма уже приготовленного очищенного цукини я беру 0,5 килограмма лука и 0,5 килограмма моркови. Итак, мои цукини скоро закипят в кастрюльке. Они пустили сок, потому что я их пересолила и выдержала около 2 часов, чтобы они стали более-менее прозрачными. Посмотрите, вот сок там есть, видите, они не подгорят. Сверху положила соцветие укропа, лаврушечку, гвоздичку. Все. Когда они закипят, я подожду 20-30 минут, в зависимости от их состояния, и выключу. Вот, поджаривается морковочка. Когда морковочка протушилась минут 10, я положила лук. Цукини уже охлажденные. Я сцедила воду, выбрала лавровый лист и убрала гвоздику. Вот уже лучок стал прозрачный. Можно снимать с огня. Как остынут, буду перетирать. Теперь я кладу цукини ложкой в сито и перетираю. Вот что у меня получается. Итак, морковь с луком тоже перетерты и добавлены цукини. Теперь я добавлю 4 столовых ложки кетчупа нежного, перемешаю. Икра начала закипать, помешаем ее, так, чтобы не подгорала, да, хотя достаточно в ней сока. Добавила столовую ложку яблочного уксуса вот на эту кастрюльку 2-литровую. Ну вот, икра из цукини приготовлена. Из 2 килограмм вот такой золотистой цукини и 0,5 килограмма моркови и 0,5 килограмма лука вышло 2 литра икры. Красивой, ароматной, вкусной, приятной, золотистого цвета. Теперь я уберу их в холодильник, и в течение недели он сохраняет все свои вкусовые качества. Если вы желаете приготовить цукини запас на зиму, делайте так же самое, только на каждую литровую банку в конце уже приготовления добавьте 1 столовую ложку уксуса. Когда пюре икра закипит, разложите ее по стерильным банкам и каждую 0,5-литровую банку стерилизуйте не менее 20 минут, а потом закатывайте. Приятного аппетита! С вами была я, Татьяна Захаровна.